Ну, Бейкерсфилд он же заехали.
Алло. Алло, алло. Алло, алло. Да. Походу, мне надо сначала грузовик купить, чтобы онлайн-то ездить. Там нету грузов вообще. А, так не дает, А, да? так не дает, да? Но. Ну, сейчас тут недолго, в принципе. Давай. Давай. Пару раз мне потом кредит дадут, я возьму. А за машину не хватит выплатить тебе там Хватит тоже. мне. А ты чё? Куда ушел? Ну, я в АТС-ку Я в пока. АТС-ку пока. Ну давай. Давай, Я поеду, я давай. пока груз заложу. Ну не разъединяйся. Не-не, на связи. Ну. Прокачать.
Прикольная тут движуха, блин. Движуха, блин. Что-то радары на каждом углу, блин. А ты там в это ВТС-очки. А? ВТС-ки же ты. Ну а ты где? Да я в Америке, я тут. Да эти довожу грузы, мне еще сколько. Осталось там. Я уже вон 3 раза заплатил, блядь, штраф. Ну Скайня это ничего так прет. Новая. А, это новая взял. 6 на 4, которая. Уже самолет неплохой, блин. Ну да. Я уже в Вероне. Не, здесь как-то поприятнее управление. Ну, я имею в виду педалями. Как-то помягче. Может, там еще и за габаритов машины кажется, что... Ну, по-другому. Да нет, там... Может... Настройки по-другому сделал. Ну, может, в принципе. Может, в принципе.
Ну здесь все равно графика как-то поприятнее. Вась. Вот ты. А у тебя одинаково выставлено? У тебя одинаково выставлено. Ну я ж ничего не менял. По умолчанию стоит, так и стоит. Не, я имею в виду с АТС. График. Там и там одинаково стоит. Там и там одинаково стоит. Да. Здорово всем. Ты женек не в наушниках? Женек не в наушниках, что ли, да? Почему в наушниках? А чё? Да микрофон у тебя так хорошо музыку передает. Да ладно. Да, прям четко. Ну ты понял, в каких я наушниках? А, которые в телефон вставляют. Они у меня вообще в ухе. Да, понятно. А вот эта фигня болтается у меня. Да, понятно. Да, понятно. Потом стрим глянешь мой. Как я тебя слышу. А, музыку? Ну да. Вообще, как это со стороны? Ну, тебе мешает она? Ну, пока нет. Я по рации пока все равно с народом не общаюсь. Ну я в принципе сам. Что? Это когда просто эфир идет. Радио. Не, ну. Ну это да. Да я без музыки вообще усну сейчас. Нет, здесь текстуры получше прорисованы. Вот я сдаю сейчас задом, да? По зеркалам все вижу, четко головой даже не прочь. Может быть. Сейчас вообще, да как может быть и точно. Потому что я сейчас на месте крутанулся, зад вообще не смотрел. Никакие камеры не вставлял. Ну вот тут движуху решили дорогу дураков сделать в Америке. Ты же в курсе про дорогу дураков? Про дорогу дураков. А где? В ЕТС-ке. А что там? Ну а я тебе потом расскажу. Расскажу тут место. Где постоянные пробки. Постоянные пробки и прочее. А я тебе вчера рассказывал, что ночью вертолет садился. Ну да. Передо мной там. Что-то она подвисает сильно, сильнее, чем у американцев. Да ладно. Вот, да, вот сейчас я ехал, до хрена лагало. Вот сейчас лагануло тоже.
Че тут тяжелых грузов нету, что ли? Не, ну вот эти навыки отрываются, тяжелые грузы, вообще не нет. Здорово всем. Здорово. Тут роли нормально платить начинают. За опасные грузы. А что, я могу убавить чуть-чуть? Да, чуть-чуть. А, как ты говорил мне. Сейчас я это из... Чё, как? Нормально. Нормально. Вот так пойдёт? Да. А, да. Не нашел я этого. Видимо, это на компьютере у меня на большом все эти профили. Все хранилось. Че? Балдеет. Голубочка. А, в смысле, в онлайне то там? Да. Да тут с одного канала, не габаритный канал, есть. Габаритный канал, пацанчик. Короче, говорит, давайте что-то сделаем. Дорогу дураков. В АТС-ке. Угораем. Как раз эти грузы надо брать. Народ поддержал. Good.
Так даже интереснее проходить это все, эти ивенты. Куда толпа целая. Ну-ка, это что такое? Парни, всем привет. Привет, привет. Блин, на подъеме засадило. Че, встал? Да не, не встал. Да не, не встал. Просто спуститься пришлось. Спуститься пришлось. Сан-Франциско. Подъем на мост. Я знаю. Я там вчера летал два раза. А я тебе потом скину, с Одессой и папой подъем. Подъем. Синхронно заходили. Нормально. Ребятишки. Кем заходили? Ребятишки. Вроде. Чувак какой-то Одесса папа. Какой-то Одесса папа у него погремуха. Параллельно шел. Правая его по левой. Дальше поеду сейчас. Супер Спейс Кэп и Икея. Это Ика, которая. А? Ну, она в игре Ика. Компания сделала. Икея, ты говоришь. 5-й 510 кабул. Ты скриншот сейчас сделал? А, слышно было? Да, слышно. Русских парней до хрена. Ну как, Украина, да. Россия. Украина, Россия. Тут DAF, а звук реальный. Ну да, у DAF хорошо. Ну, я, наверное, DAF возьму. Вообще приятно.
что у них тут все позакрыто, то я не знаю. Заебали тут. Я отсюда выеду, нет с этой базы дебильной. Куда тут выруливать-то, ё-моё, с этой икей? Ну, вообще. Чё ты говоришь? Чё ты говоришь? Да я чё-то не врубаюсь, куда ехать? А чё там? Закрытая база, что ли? Закрытая база. С воротами, что ли? Ну, блядь. Так, два груза мне осталось. Я закончу этот ивент. Я еще ни одного не пропустил. За год, сколько я там... С осени прошлого года, считай. Пока еще ни одного не пропустил. Может тут на к воротам подъехать, они откроются, но? Ну да, к ним подъезжаешь, они открываются. Да? Да. Ну тут больше тут некуда выезжать. Ну да. А что, не открывают они что-то? Странно.
странно. Может, другие там бывают. Да где другие? Нету других. Окленда нету, одно Сан-Франциско. Не знаю. Что за хрень, блядь? Одни на вес, другие на выезд, или что? А? Ну, может быть, я уж не помню, что там где. Ну, прошу. То же самое, нифига нет в Сан-Франциско. Точно, блядь. Такого не было раньше. А это, так сказать, новое выведение. После Италии. После какой Италии? После Алексей, того, как сделали. Сделали. Привет. Я тебе потом скину всю карту. Сейчас на данный момент. Но это не то, что было раньше. У тебя Франции нет? Ну там, ну как обычно. Ну понятно. Ну маленько. У тебя только Скандинавия получается. Ну да. Ну они тут понамудрили, конечно, такого раньше не было. Короче, едем в Сан-Франциско. Да, я в Сан-Франциско взял. Нифига нет, что-то в Окленд. Никогда столько народу не видел. Это же отлично. Я знаю, что ты еще на АТД не ездил. Лаги такие вот. А летом дорогу строили, там народу еще больше было, чем сейчас. Еще больше, чем сейчас. Первый трасс.
А, да. Чё? Там, да, там базы были, карьера. Нечто. Прошу. Хорошо, что успешно достроили. Да нет, Женя, тут по рации с народом. Пацанчик говорит, я никогда столько народу не видел. А летом тут такая движуха была и... Там дорога одна была перекрыта. Что первый раз После оползни ее перекрыли. Мы ее запустили и в игре сделали летом. Возили туда всякую. Построили. Восстанавливали. Вот. Там пробки, знаешь, какие были? Я там в пробке одной стоял. Красно-выходном был. Я всю ночь там простоял, короче. Эти потом у меня видосы остались. Тысяча просто людей. Москва нервно курит. За это дали две раскраски. Эскаватор, фигурку эскаватора. Подвеску в кабину. Уезжай аккуратно. Пацаны адекватные собрались, что очень редко на самом деле. Обычно жопа. Если какой-нибудь движ такой происходит. Приветствую всех, ребята. Хорошего вечера. Привет, привет, спасибо. А что там за рация-то установлена? Ну тут по умолчанию рация. Где? В игре. В мультике. В онлайне? Да. Раньше не было такого, что? Раньше писали в чате просто. Теперь рация есть. Канал. А чат остался? Чат остался тоже. Так, вот я думаю, мне, наверное, надо перезайти, чтобы дождь включить, а то он задолбал меня. Задолбал.
блять, не хватит. Чуть не уебался в ограждении. Залип. Что я залипаю конкретно уже. Ты сколько уже за рулем, так сказать? Да. Вторые сутки. Казалось бы. Честно, тут сильный снег обещают. Нахрена я вместо Вероны Венецию пиздил. Пора уже спать, ну, походу. Давай я поеду. Парля итальяна? Да. Охренеть можно. Дай пролечить. Охренеть. Давай не разворачиваться надо. Кто-то тормозит. Да пошли мне нахуй.
Суки заебали. У них радары через каждое, блядь, пиздец, полкилометра стоят. Ну да. Да, потом с тем тяжелее. Еще не хватало, не хватало опоздать. Хрена я учесал, блин.
Да вы что тормозите, ёб вашу мать. Не, они ездят вообще по блядскому, суки. Они как инопланетяне, ёбаные. Ну да. Гонит, 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 хуяк перед мордой, как тормознет. И потом уже ебался нахуй.
Шурик, зачем так резко? Так а впереди сужение, прикинь, что будет твориться. Уже я в тебя пилился. Не успел. А ты спать пойдешь. Отлично, 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 отлично. Вот тут вот речка красивая, ребят. Вдоль дороги. Тоже всегда езжу, радуюсь. Десятая часть. Вася, ты чё там? Я здесь, в этом. Здесь, в АТС-ке. Спишь? Еще... Сейчас один. Еще один груз. Олухи, блин, не бизнес. Наш упрыгий сужение ломится, как трёх друг друга. В евро придёшь? Да, потом не в еврике, да, там еще три груза останется. Покупка грузовика. Можно уже взять грузовик. Надо брать что-то за копейки зайти. Так, было столько сырей. Только сырей евро. Тут тысяч евро. Че у меня налика? По 6 тысяч. Мало. Но самый стрёмный хватит, наверное. Еще пару рейсов надо сделать. А там лучше не дадут, потому что уровень там маленький. Первый уровень, блядь. Г. А у тебя тюнинг пак для скани для дафа есть? Для дафа есть? А где? Ну, DLC это отдельно. DLC дополнение. Это отдельное дополнение было. А в Steam, что ли? Ну да.
Ну да. Штимовская версия, прямо можно в лане их ставить, да? Да, ну там они покупать надо. Что, покупать надо? Да. Я тебе на дню куда подарок сделаю. А куда? А у тебя есть они, что ли? Да, конечно. Да, конечно. А тебе что, не нужно они, что ли? Нет, зачем я тебе возьму? Нет, зачем я тебе возьму?
А ты знаешь, как вот Вася все вместе ездить, одинаковые грузы брать? Несмотря какие. Несмотря какие. Внешние там. Внешние там одновременно. Надо нажимать на них. Надо нажимать на них. А с прямыми не знаю. А с прямыми не знаю. Мы с Костяном делаем с как Костяном вот, если внешку берем, как? Потому что внешка, она как правило, внешка совпадает. Она, правило, совпадает. Просто раз, два, три. Просто раз, два, три. Нажимаем на нее. Нажимаем на нее. Тогда выпадает одинаково. Тогда выпадает одинаково. Потому что если один возьмет, то он пропадает. Возьмет, как бы. Он пропадает. Ну, понятно. Ну, вот, а с прямыми я что-то не помню. Там тоже какая-то есть мудрость. Так, последний беру. Че, нет, что ли? Все разобрали, рождественская, блин. Нет, есть. Сорян. Бейкерсфилд. Заебали эти радары, блядь, пиздец, ну. Да ну нахрен, блядь. Чё это за прикол такой, блядь? Чё, опять штраф? А? Штрафанули, что ли? Так вот. Два раза подряд, блядь. Ну да, там. Чуть ли не в одно время, блядь. Чё это за хуйня? Там, да, аккуратно. Третий раз. Ну и нахуй такая работа нужна. Они тут чё, пешком ходят? Уроды, блядь. А ты где едешь-то? В туннеле, блядь. Италия, гребаная. А, в Италии жестко. Италия жестко. Ну, во всяком случае. Ну, во всяком случае, в игре. Еще 200, хуя, блядь, на одном километре. Случайно фамилия не Солодов поднял? А черт его. А черт его. Фамилия, блядь. Вот такой рой. Вот такой рой грузовиков просто. На одну точку заходят все. Ты в американском, что ли? Да. Ну а ты ничего нигде не узнал, не спрашивал? Да нет, что-то пока не
Да, он, блядь, лагает капитально. Ну, в Италии, да, сильно. В Италии, да, сильно. Текстуры. Текстуры. Хорошие. Ну, тут еще в горах. Даже та часть, которая, старая, скажем так, ее тоже обновили. Поэтому она... Тут дорога еще такая извилистая вся, среди гор. Ну да, симпатично. Пацаны нормальные подобрались. Даже на ровном месте. На ровном месте. На петле на такой. На петле на такой. И то разъехался. И то разъехался. Смотря на чем. Да все. Что просто? Просто на фурах, я имею в виду, а с габаритом хрен. Тут-то да, тут такие. Евростандарт, что называется. Инсбрук. Ехал в Турин, приехал в Инсбрук. В Австрию, блядь. Хрен знает, я перепутал, видимо, ну, на один заказ смотрел, а другой взял. Резиновый утенок меня обогнал. Раббер Даш Алмело. Алмело. А я его сейчас насажу. А я его сейчас насажу, походу. У нас с ним одинаково ограничение скорости.
что я походу сейчас сделаю. Да нет. Да нет. Просто обошел меня. Просто обошел меня и. И когда внешний груз везешь, у тебя же. Когда внешний груз везешь, у тебя же ограничение скорости. Что за внешний? Ну вот, World of Truck'овский груз везешь, как? World of Truck'овский груз везешь, как? В Евротраке 90 километров. В Евротраке 90 километров. А в Америке 65 миль. А в Америке 65 миль. Ну да. То есть тут как бы, ну, раскрутишь движок. Интересно. Интересно. Сделаю. Просто мне даже если сбрасывать. Задачу вниз, то. Будет все равно. Брешку, блин. Лаганул. Он. Вмешался в морду. Но он на Кенворте на 900. Сейчас поворачивать. Хорошая погоня, красивая получилась. Жалко, блин, он дальше поехал. Я тебе потом видос скину, как я там Шкоду гонял. Еще в прошлом году дело было. Увязался за мной один. Легковые же есть маленькие. Давай меня туда-сюда. Я вот так красиво упахал сейчас. Да, что-то я второй раз уже промазал. Охренеть можно. Текс, приехали. Я бы за это время, что час прокатился, там бы уже сотку бы заработал в Америке. Ну да. У меня там грузы по 30, по 50 тысяч. Заколебали они с вами платежками, а? Не дают поспать на ходу спокойно. Только при Кемаре опять платежка.
А? От дождя-то вообще уснёт. Да я вообще охуеваю, но... На рампу выпал, на рампу выпал. С правой стороны. С правой стороны. С левой, потому что вообще. Левой, потому что вообще. Блять, я вообще в шоке. От этих поездок, блядь. Слесарь, мне надо машину укоротить немножко. Что говоришь? Говорю, машину укоротить немножко надо тебе. Чё-то сильно длинная она. Надо, надо. Чё не надо с ней делать, она такая должна быть. Лимузин. Еще 200 километров. Где, ребят, собираемся? Если честно, не знаю. Этот заказ важен для вас, для нас. Чтобы не опоздали. Время уже 9, блядь. Сука. Мне надо привезти его, доставить без 21 крайний срок. Ну еще 200 верст, блядь. Так, все, я ентру. В АТС-ке. В АТС-ке. Выполнил. Выполнил. А если что, поворот направо, зашел в Америке. Да, на красный свет направо можно поворачивать, если ты никому не мешает. Злой, волк, давай, поворачивай. Слесарь, слесарь. Thank you.
Аккуратнее задом сдавай. Проехал. Алло, твой волк, а что, обалдел, что ли? Твой волк, ты обалдел, что ли? Да он тебя не слышит. Ленфон, аккуратнее. Ленфон, аккуратнее, выезжай в поворот. Че ты говоришь? Да я не тебе, пацанчик, ты один заезжал на базу. Заезжал на базу. Чё-то... Не включай микрофон, пожалуйста. Слишком быстро заезжал. Слишком быстро заезжал. Так, не сильно, но... Не сильно. Да увидишь потом. Да увидишь потом. Блять, заебали, пидорас. Заебанный, блядь. Че, опять штраф, что ли? Да, ну опять штраф. Да пошли с Евротраком. Вот это пробочка стала потворением. Какой сюда пришел? 127, что ты меня моргаешь, что ты хочешь? Ебан, блядь. Нифига там пробку впереди. Нифига там пробка. Охренеть. Охренеть. Круто. Круто. Лёха, машину поцарапал. С тебя краска. Желающие сделать фото, оставайтесь. 40 человек в табе, нормально. СВЛ 43, а ну, фото-то где будет групповое? Где будет групповое? А вот фирма, которая Господа. W помечена, подъезжайте сюда. Тут места хватит на всех. Волберт, короче. Волберт, короче. Господа, заглушите, пожалуйста, двигатель. Фига тут сколько народу? Сколько народу? Охренеть. Охренеть. Так, а куда встать-то? Господа, пожалуйста, заглушите двигатель. Ничего не слыхать. Все, пиздец, по-моему. Давайте, я думаю, во второй ряд. Нужно на головах все. Прям так же точно еще один ряд. Давайте.
Не расслышал, вперед ехать, да? У меня сейчас комп тут взорвется. Так же точно. Еще один ряд просто сделайте. Перед нами также встаньте. Окей, понял. Кто уже припаркован, заглушите, пожалуйста, двигатель. Короче, ну его нахуй, это первый тракшн, все видео отсюда больше ты забишь. Ебанутая игра, блядь. Надо было, чтобы они лицом к нами стали. Да нормально все получается. Господа, кто уже припарковался, выключите, пожалуйста, двигатель. О, муравейник. Сочувствую тем игрокам, которые случайно сюда попали на базу. Они охуели полностью. Сколько ж тут машин-то, ебать? Ой, охренеть. Они... А еще выключите мигалки. Жека, Геннадий, отъедьте чуть-чуть назад. На расстояние капота. О, да-да-да-да. Догонище. Так, проедь, пожалуйста, вперед немного. Кто стоит на месте, глушите тральтеки свои. И выключайте маячки. Три, три, девять. Выключи свой маячок, если это у тебя. Ну, у него. Ленфон, выруби люстру. Я сейчас скриншот сделаю, тебе скину деле. Так, заглушите вы. Я не понимаю, что по-русски. По-английски сказать или по-китайски. Дети, вырубаем свои движки. В
Народ, спасибо огромное. Спасибо огромное, ребята, всем за покатушку. Да, всем, народ, ребята, спасибо огромное за то, что спасибо. Приехали, что поддержали мероприятие. Было приятно видеть было столько приятно адекватных видеть водителей и освободителей. Полностью поддерживаю эту фразу. Сэм, спасибо еще раз огромное, забегайте в гости. Спасибо, Эксим Эликсы. Всем адекватам спасибо. Только забегайте, не задерживайте. Побежали и выбежали тоже. Бикаем. Прикольно. Ребят, вы чё? Они всегда жить начали, опять поставили. Ладно, Васёк, я это всё Давай. Ты там, может, узнаешь, что там? Что за хрень такая? Поспрашаю. Давай же наступающим, тебя это нету. Ага. Сейчас когда? Ну что, чё когда? Гонять будешь. Может, завтра увидимся, так? Др. Что-то одни штрафы заплатили сейчас, нихуя не заработал. Смысл в этом евротраке? Не так знаю, ползу. я там, кстати, вообще нормально. Я в России гонял. На КамАЗе. Начинал я сразу взялся. КамАЗ купил. Дешевый. Ну-ка, сейчас попробую. Еще раз включить. Я думаю, кого-то еще.
Блин, у кого-то сигнал, что ли, там заклинил. Ребята, у кого сигнал? Ребята, у кого сигнал заклинил? Можете выключить. Неужели, блин? Лёха, спасибо за покатушки. Доброго вечера всем. Тебе тоже спасибо, пока. Пока всем. Давай, удачи. Не, опять сюда, откуда вот там. Пацаном, который организовал этот забег, фотка, забег, фотка, подъезжает к грузовику. Тут тоже перемастился. У него канал на ютубе. Нормальный такой. По игре. Все по делу. Пока всем. Пока, спасибо. Наступающим. Давай, удачи вам. Спасибо, что такую компанию собрались. А вам спасибо, что приезжали. Пока. Хант проехал еще один. Thank you.
А вот этот зимний мод нормальный, не знаешь, хэви. Прости. Ну нормально, Frosty, heavy. Нормально у меня стоит. Вот это, да, Frosty Heavy Winter? Ну да, там их три. Ну да, там их три. Файла. Один, получается, один идет. Получается, идет. Ну как бы базовая зима. Базовая зима. Дороги чистые. Дороги чистые. Заснеженные. Heavy Winter. Heavy Winter. Это заснеженные дороги. Заснеженные дороги. Будут, если его поставишь. Если его поставишь дополнительно. И физика еще. И физика еще идет. Ну а если все три забубени, что нормально? Ну вот я же езжу. Ну вот я же езжу. В Еврике. В Еврике. Ну и в этом. Ну и в этом. В АТСе, но в АТСе. В АТСе в мультиплеере. Нет, в мультиплеере это пофиг. Но я все равно туда не попадал. Ну вот. Ну вот. Че он не попадает? Я откуда знаю? Ну что теперь сделать? Задание выполнено. Mm-hmm. Да, я вам. Да, я вам. Читаю. Я вот ЭСК-то выполнил эти все. По катушке, блин. Так. Сейчас ЕТС осталось 3. ЕТС осталось 3. А такие заказы World of Truck-овские? Ну, это внешние. Ну, это внешние получается. Только в онлайне, да, возить? Нет, почему? Нет, нет почему? В офлайне тоже. В офлайне можно тоже, да, карьер? Конечно. Только, ну, там своя тачка нужна. Там своя тачка нужна. Ну, своя тачка. Да, да, да. И свой прицеп или нет? Не, не, прицеп. Не, не, там, прицеп, как там обычно. Обычно. Короче, вот сколько времени вот именно на траке, блядь, еще потерял только. Да ладно, нормально. Походка тоже прикольная. Походка тоже прикольная. Так нет, там видишь, какая хуйня, блядь. Почему к тем, блядь, уже к американским привык, блядь, ну, дорога, ну. А, ну вот естественно. А, ну вот естественно привыкать к тачке надо. Привыкать к тачке надо. Физи, ну. К тачке-то чем мне привыкать? Я сел, да поехал, просто, блядь. Ну, к механике. Радары, ну, блядь. К механике, грубо говоря. Да, там, радары. Блядь. Да, радары. Один мент попадется, да и хуй не надо. А тут, ну, 3-4 раза подряд прямо вот хуя, что это, нормально, что ли? Так даже в Москве нету таких контролеров. Ну да, в Штатах там, да, в Штатах там. Что-то как-то нереально, они с этой хуйней. Скажем, раз, блядь. Там попроще в этом плане. Попроще в этом плане. Так, получили.